Магнитные характеристики, я могу вот что ответить. Рени не магнитный металл. Это одно из мотиваций, почему мы его взяли. И золото не магнитное. У нас есть много опытов, допустим, с такими же системами, только никель, кобальт, сандаркаляция золота, и там вот сейчас ведутся дискуссии на том, как вообще магнитный момент влияет. Померить магнитное свойство от того, что вы получили. Каким методом? Графен ведь сам по себе, вот за счет спинок на концах и в разных там дефектах, он сам часто бывает парамагнитным. Может там быть магнитный АФ? Ну нет, не мерили. Единственное, что мы сейчас можем говорить о каком-то магнитном моменте, мы можем говорить о каком-то спинном. Получается так, что графен, когда вы его на рении осаждаете, он очень сильно связан с металлом. Да. То есть практически ковалентные связи, там чуть ли не карбидные связи, металл углерод, да? Да, но это как бы... Но потом, когда вы золото будете, у вас графен, эти связи разрываются. Да. А рений уже наверху не находится, то есть вы точно уверены, что идет под слой золота. Да. То есть у вас совсем не осталось вот, вот этих связей карбидных. Ну, должны остаться. Ну, вот насчет должны я не уверен, там золото большое. Но вот здесь вот на этом спектре, допустим, видно, да, все еще. Золото, оно не все интеркалировалось. Вот у нас основной, да, на состоянии, вот у нас то, которое было. Не все золото. Либо не хватило золота, либо что-то еще осталось. А доказательство, что это то, что углеродная пленочка, которая появляется, является графеном, только вот из дисперсионной кривой вы можете видеть, да? Ну, а у нас два аргумента. Первый аргумент это то, что все-таки, когда мы формируем графен таким способом, который, то есть он не CVD, он все-таки каталитическая реакция крекинга на поверхности, и температура там щадящая. Считается, что она, что углерод не сильно растворяется в подложке, и... Как? Что? Кем считается? Рени карбиды дает хорошие? Не дает. Но температура у них вроде как не очень высокая. Какая температура? Да. Температура там 700. 700 градусов? 800. Даже 800. Вы напыляете? Нет? Какая к этому аргументация? Ну, не знаю, как-то вот трудно представить, если вот идет такое вот разложение, и у вас образуется сильно взаимодействующий слой, практически карбид, потому что рений действительно карбид образующий. У нас все-таки видно дисперсию. А, у вас дисперсия. Да. У нас все-таки монослой углерод, у нас было много таких дисперсий на никеле. На коботе Дима показывал. Есть сдвижка вот эта, то есть это вот такой показатель, можно сказать. А еще раз к тому, почему это графен, ну, потому что если не графен, скорее всего, здесь будет вакуум все. Если там будет два слоя, то там будет... По разным взаимодействующим. Да, они уже как бы... Да.